Я приветствую всех на своем канале, и это видео я решила снять в непривычной для меня манере и не по привычной для меня теме, а именно сделать такой небольшой мамский влог. Может быть, некоторые из вас заметили, близится час X, мне скоро рожать, счет идет на неделе, я решила показать вам, как же мы, в частности я, готовлюсь к этому событию. Нужно быть готовой и морально, и физически. Морально подготовиться к родам – это одна история, но физически нужно быть готова на 100%. В свое время я смотрела много зарубежных, в том числе блогеров, о том, как вот красивая женщина рассказывает, как она готовится к рождению младенца, как гламурно обставлена детская, какие вещи куплены, что с собой она берет в роддом. Плюс показывают на 20 листах распечатанный план родов. Сейчас очень модно говорить об этом. Но как бы я ни планировала подготовиться стильно к этому видео, я готова так и готова. Мой план родов не распечатан, он довольно прост. Это достать ребенка с минимальным травматизмом для обоих из нас. Сумку я собираю по принципу, что вспомнила, то и кинула. Поэтому я решила показать вам, что же я с собой буду брать. Я планирую рожать в больнице, в той самой, где я в свое время проходила интернатуру. Она располагается в Назарете. Это совсем небольшая клиника. Там есть родильное отделение, есть отделение выхаживания новорожденных. Есть детский приемный покой, ну, в общем-то, ничего такого серьезного там нет. Там нет терапевтических отделений, нет хирургических отделений, то есть общей хирургии. Есть хирургия, по-моему, только ухо-горло-нос, что-то такое. И в свое время в интернатуре я проходила практику именно в отделении акушерства и гинекологии в родблоке. Сама работа этого отделения мне очень понравилась. Я была в восторге от персонала, от отделения, от чистоты, от отношения пациентам. Плюс это отделение все-таки небольшое, поэтому нагруженность его меньше, нету такой спешки скорее проверить каждую женщину и закончить, и сесть за компьютер и быстрее написать обход. То есть каждой женщине уделялось очень много внимания, и такое отношение мне очень понравилось. И я планирую рожать естественным путем, без эпидуральной анестезии, как и в прошлый раз, но как врач я понимаю, что роды – это процесс непредсказуемый, поэтому я гибка для любых нововведений и любых вмешательств, если такое потребуется. В Израиле очень популярно, не то что популярно, это практически чуть ли не обязательное. С роженицей обязательно должен быть сопровождающий, как официальный представитель ее желаний, как официальный представитель, как помощник, как ответственное лицо в случае, если роженица не в состоянии принимать решения за себя. Даже не все мужчины здесь кремни, что могут выдержать весь процесс родов. Я уже не говорю об активной фазе родов, но весь процесс – это очень длительный, утомительный. В общем, мой муж едет со мной, нравится ему это или нет. Он, конечно, не робкого десятка, но даже для него весь этот процесс – довольно чувствительная тема. Для этого у меня есть решение, это было решение и в первые роды, не ставить его в ножной конец, потому что он мне там совсем не нужен. Его нужно ставить, любого вообще мужчину, чувствительного к разным естественным и неестественным выделениям во время родов, ставить все-таки в головной конец, потому что там он и требуется. То есть, когда вечеринка происходит внизу, там никого не должно быть, кроме акушерки. Ну, может быть, еще пару лицезреющих этот процесс медицинского персонала. То есть муж все-таки должен быть и помогать с головного конца. Так сказать, стоять и контролировать этот процесс поддерживающими фразами. Исходя из своего предыдущего опыта родов, плюс знания системы работы родильного отделения изнутри, я решила создать для себя идеальную сумку, которая, мне кажется, поможет пережить этот непростой момент. В предыдущие роды я собрала с собой саквояж, корзину, картину, картонку и маленькую собачонку, что абсолютно большая часть из этого не понадобилась. Я по своей неопытности и хотела предугадать все возможные варианты развития событий, поэтому я забрала с собой кучу вещей. И, конечно же, на деле половина из этого просто не понадобилась. В этот раз я думаю, что я умнее, ну, время покажет. Сумку в роддом я начала собирать довольно рано, чуть ли не с первого триместра, потому что в случае каких-то экстренных событий, когда нужно, например, среди ночи срочно ехать в больницу, в приемный покой, чтобы не тратить свое время, силы, мысли на сборы в попыхах, что-то должно быть с собой собрано всегда. Например, я уже не говорю о детских вещах, но каких-то своих нужд. Например, то, что вы возьмете в больницу, когда вам
потребуется там остаться. Когда пришел срок беременности, когда потенциально возможно рождение живого плода, живого ребенка, я начала собирать вещи и для нужд младенца. И в итоге сейчас я в третьем триместре, фактически могу родить в любой момент, поэтому сумка у меня готова до зубов. Ну ладно, кого я обманываю, конечно же, даже в самый последний момент у меня будет что кинуть туда. В общем, вот такая вот сумка идет со мной в роддом, ну может еще не считая косметички небольшой. Главный принцип сбора, которым я руководствуюсь, это все те вещи первой необходимости, которые вам понадобятся на короткое путешествие, либо в командировку, плюс с небольшим твистом, вы можете родить по пути. Не знаю, как у остальных женщин, но у меня после родов, по крайней мере в прошлый раз, вместе с ребенком, плацентой и всеми выделениями, наверное, родились часть мозга, потому что у меня наступила дебилизация, ну, откровенная. Я перестала ориентироваться в простых элементарных вещах. Поэтому, зная свою такую особенность, предполагая, что такое еще может случиться, я собрала для себя наборы вещей по необходимости. Итак, когда женщина поступает в родильное отделение, ей, скорее всего, выдадут ночнушку. То есть какую-то пижаму, легкую рубашку, что в случае, если оно замарается, легко поменять. Лучше при себе иметь какие-нибудь резиновые тапочки, чтобы, если нужно, пойти в душ. И полотенце. Полотенце могут выдать, но почему бы не иметь свое родное домашнее? Поэтому хотя бы небольшое я взяла. И помню, в самом процессе родов, когда вы, извините, в болях, все-таки это стресс, то периферия холодает. То есть холодеют руки, холодеют ноги. Хорошо иметь при себе носочки. И мне кажется, я еще добавлю какие-нибудь шерстяные носочки. Итак, когда женщину переводят в обычную послеродовую палату, через какое-то время наступает надобность душа. То есть первый душ, первая помывка, первый поход в туалет, извините, привести себя в порядок. Итак, чтобы облегчить себе жизнь, я сразу же собрала сумку для первого похода в душ. По факту я заранее продумала все, что мне понадобится для похода в первый душ. Помимо естественных гигиенических вещей, как шампунь, например, мыло, очень важно положить с собой памперс. Это взрослый памперс, извините за подробности, но ничего не подделаешь. Есть выделения, которые не хотелось бы пачкать. Нормальное хлопковое белье. Обычно каждая женщина покупает для себя упаковку одноразовых труселей. Ну, я возьму с собой полотенце, резиновые шлепки всегда понадобятся. И первая сменка, то есть это какая-то легкая пижама. Итак, все это добро я складываю вот в такую тряпичную сумку с ручками. Очень важно, потому что чтобы было что повесить вместе с косметичкой, вместе с полотенцем. И это будет сумка для первого душа, чтобы вытянуть из своего рюкзака и уже не думая и не переживая, что вы что-то, возможно, забыли, все сразу идти в душ. Это готово. Итак, в случае с ребенком для естественных выделений первого смена подгузника я тоже собрала с собой набор, готовый набор для смены подгузника и для, так сказать, очищения попки. Это вот такой уже готовая сумочка. Здесь есть салфетки, есть влажные салфетки для попки, клеенка, чтобы постелить под кровать, и никакие жидкости не запачкали вашу кровать, и несколько памперсов для новорожденного, совсем малюсенькие. Итак, вещи для младенца. Все, что вы видите, достанется от старшей сестры, поэтому я ничего не докупала. Так, я беру обычный белый комбинезончик, без всяких рюш, тонкий, все-таки жаркая погода будет. Возможно, такой же я возьму на выписку. Ничего шикарного. Ползунки. Эти мне очень нравятся, потому что у них широкая резинка. Они не давят, не передавливают животики легко. Легко подстраиваются под пуповину. Вот такие вот совсем малюсенькие штанишки. Бодики. Тоже тонкие хлопковые бодики. Все-таки в больнице есть, как это называется, мазган, кондиционер. И даже в жаркую погоду все равно нужно одевать ребенка, чтобы тепло сохранялось, близкое к внутриутробному теплу. Поэтому вот такие бодики я беру, тонкие, белые, хлопковые.
шапочки. Наверное, вот это будет большая. Чепчик. И распашонки. Тонкие распашонки, бесшовные, чтобы пеленать. Пеленки. И пока у меня еще есть время до родов, я пользуюсь моментом, хожу по магазинам. И вместе с дочкой мы ходим на пляж и на море. Хорошее время со спокойной головой походить по аптечному отделу магазина и дополнить свою домашнюю аптечку разными антисептиками, потому что сейчас летний период и очень много ссадин. И средства ухода за кожей новорожденного тоже очень критично нужно относиться к составу. Не каждый подходит. И вот оно поле для раздолья, подгузники для взрослых и подгузники для детей. Нужно запасаться. Ну и средства гигиены, быстрой гигиены. Я не люблю пользоваться влажными салфетками все время, но для каких-то дорожных случаев я беру маленькие наборы, чтобы удобно положить в сумку. Так как я все-таки планирую кормить грудным молоком, соски, бутылки, пустышки, все это не помощники. Пока проходим мимо. И вместе с дочкой мы ходим на пляж и на море при каждом удобном случае. Несмотря на карантинную обстановку, беременность протекала довольно легко. Выбиралось определенное время, когда нет много народу, и я приходила в поликлиники, и я была абсолютно одна, то есть не было ни очередей, не надо было ждать, не надо было ни с кем контактировать. Итак, какие же изменения произошли у нас в жизни? Мы такие уже 2 дня как переехали в свой дом, но у нас еще очень много недоделок, вы можете видеть. Лампочка в стиле минимализма. Закономерный вопрос, если столько недоделок, почему же мы тогда переехали? Да потому что хоть и недоделано, но свое да родное. Мы все равно здесь живем, вселяем дух обитания, и может быть процесс пойдет как-то быстрее. У меня в плане все-таки съемка обзора родов, ну хотя бы сколько возможно будет, обзора больницы, вообще показать вам тот замечательный госпиталь, ту замечательную больницу в Назарете, в которой я планирую рожать. Конечно, я планирую вести влог, но не знаю, насколько меня хватит. Я не могу гарантировать, что я буду в состоянии, или хотя бы всегда буду в состоянии что-то снимать. Вы правильно заметили, что я не привлекаю своих домашних в процессе съемки, в процесс вообще блогерствования. Просто потому, что они на это не подписывались, они не против то, чем я занимаюсь, но я не навязываю, пока что не настаиваю их вести канал или помогать мне с материалом или вообще держать камеру. Пока я все, что я делаю сама. Поэтому в такой ответственный момент, как роды, я не могу гарантировать, что всегда смогу держать камеру и добродушно улыбаться. Но я постараюсь. Да, еще раз огромное спасибо за добрые пожелания, особенно легких родов. Оно мне очень понадобится. А пока я прощаюсь с вами. Огромное спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И до встречи. Всем пока.